Начало календарного месяца многие пожилые люди ждут с нетерпением, ведь это время, когда они получают пенсию, для многих единственный источник жизни. Но как получить эту долгожданную выплату, если дорога к банку перекрыта? Вот по таким Гималаям пенсионеры мы лезем. Кто с палкой, кто пешком, с двумя на двух ногах. Спускайся на заднице. За ночь, вот от мороза, лужа стала поменьше. Наставлены машины, к Сбербанку не подойти, даже когда и лужи нет. Господа ездят на машинах и едут до самой, до двери. Неправильно припаркованные автомобили усугубляют ситуацию, оставляя единственно возможный путь через снежные кучи. Неоднократные обращения в администрацию поселка также результатов не дали. Уборка производилась вот сейчас перед весной, перед выборами. А так всегда штурмовали огромные кучи, сейчас лужи вот такие вот. Где вот пройти сейчас к Сбербанку, неизвестно. И так везде, по всему поселку. Проблема неубранного снега волнует жителей поселка не только на данном участке. Пожилые люди признаются, передвигаться по улице в течение всей зимы почти невозможно. Наледь присутствует как на проезжей части, так и на пешеходных дорожках. В феврале упало 10 человек. 10. Вот по этим дорогам шикарным. Значит, двое с головой. Двое позвоночники переломали, я, значит, ребром. Ребенок в 10 лет разбился в амбулатории сильно. Никому ничего дела нет. От безысходности жители вынуждены выходить на улицы и привлекать внимание общественности к насущной проблеме, создавая инициативные группы и собирая подписи для обращения в вышестоящие организации с единственной целью – пережить зимний период без травм. Но отреагируют ли коммунальщики на мольбы жителей или снег растает сам с приходом тепла – неизвестно. Алексей Мельников, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ.